Команда «Ултон». На летнюю спартакиаду трудовых коллективов «Универсальный спортивный комплекс Подмосковья» съехались команды 17 предприятий и организаций городского округа Щелково. А всего в празднике участвовало более 500 физкультурников-любителей. Летняя спартакиада трудовых коллективов городского округа Щелково, посвященная Всероссийскому Олимпийскому дню, 90-летию Московской области и 90-летию Щелковского муниципального района, объявляется открытой. Чтобы вдохновить участников на новые спортивные успехи, спартакиаду начали с награждения трудовых коллективов, а также воинских частей, показавших высокие результаты в спортивно-массовой работе. У нас большое желание сделать спартакиаду, ну, может быть, так скажем, околоспортивную, где все-таки больше, наверное, корпоративный дух и желание встретиться с коллективом в неформальной обстановке. В программе состязаний как командные дисциплины – футбол, волейбол, перетягивание каната, так и индивидуальные – стрельба, бег, теннис и дартс. Всего 12 видов, а для самых маленьких участников были сюрпризы. Детям показывали фокусы. Один убираю себе руку, а второй зажимай в кулачок. Переворачивай. Открывай руку. Тем, что спартакиада позволяет поддерживать себя в хорошей спортивной форме, согласны все без исключения участники. Мы принимаем участие во всех видах, которые были заявлены. На победу рассчитываем, но, скорее всего, это будет просто участие. Это хорошее настроение. Всех с замечательным праздником. По традиции в спартакиаде участвует много семейных пар. Папы, мамы и их дети вместе занимаются спортом. Весело и очень азартно. Какое настроение у вас? Веселая, погода хорошая. Слава богу, 3 дня дождь лил. Сегодня все хорошо. Радуемся, наслаждаемся, занимаемся спортом. Летние и зимние спартакиады трудящихся проводятся на протяжении многих десятилетий. Уже не одно поколение щелковцев прошло через эти захватывающие соревнования. Год от года все больше и больше трудовых коллективов принимают участие в спортивных праздниках. Как и всегда, главная цель спартакиады не победа, а здоровье и ударное во всем настроение. Это, безусловно, удалось. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».